Приветствую вас. Корень проблемы заключается в вашем окружении, образе жизни, отношениях с людьми, в том числе с отцом ребенка, с мужем, с близкими родственниками, друзьями, с различными сферами жизнедеятельности, с которыми вы сталкиваетесь. Именно там кроется источник раздражения и негатива, который вы не можете устранить, и с которым вы не можете справиться самостоятельно. В результате этот негатив копится у вас и проявляется в таком отношении к ребенку. То есть вы испытываете удовольствие, когда ему плохо. Вы можете причинить зло беззащитному человеку, видя его страдания, вам становится немножко легче. Почему так происходит? Потому что когда мы страдаем одни, когда нам больно в одиночестве, нам кажется, что мы покинуты, мы брошены, мы аутсайдеры. Когда страдает кто-то другой, мы понимаем, что страдать можем не только мы, но еще и кто-то другой. И мы уже не кажемся сами себе такими одинокими. И поскольку есть какое-то обстоятельство, которое сподвигло вас на такое поведение, а вы пишете, что в последнее время вы стали замечать, то вот и нужно выяснить, с какого момента вы начали так себя вести. Какое происшествие, событие в вашей жизни сподвигло вас на данном поведение, и, возможно, нужно дать вам в обязательном порядке некоторые рекомендации, потому что ситуация достаточно серьезная. Если ребенком занимаетесь только вы, то обязательно разгрузите себя в этом плане. Переложите часть обязанностей по уходу за ребенком на кого-нибудь другого еще, кого угодно, неважно кого. Этим вы дадите возможность себе расслабиться, отдохнуть и тем самым немножко восстановиться, уменьшив накал своего негатива вообще. Ну и к ребенку в частности. Дальше. Попробуйте реализовываться в том, в чем вы сейчас не реализуетесь. Если вы молодая мама, то вот ребенок у вас маленький, то естественно вы реализуетесь исключительно как мать. И как больше никто. На это у вас просто не хватает времени и сил. Соответственно, разгрузив обязанности по уходу за ребенком, вы получите возможность реализовываться в других сферах. Общаться с друзьями, общаться с мужем, с отцом ребенка или с другими мужчинами. То есть жить полной жизнью, чувствовать обратную связь, ощущать связь с реальным миром, что и позволит вам получать то, что вам нужно, осуществлять те потребности, которые у вас есть, и тем самым обретать гармонию и баланс внутри себя, что исключит негативное поведение по отношению к малышу. Если такой возможности у вас нет, нет возможности переложить часть обязанностей по уходу за малышом на кого-нибудь другого, то в этой ситуации обязательно нужно как-то стараться совмещать, например, слышать аудиокниги в плеере по наушникам, читать что-то, слушать музыку и так далее. То есть находить способы для расслабления, для релаксации, для выполнения тех действий, которые нравятся именно вам. В противном случае негатив будет копиться, и вы будете зеркально причинять ребенку негатив, что является абсолютно неприемлемым и даже, я бы сказал, преступным. Для более превентивной помощи необходимо пообщаться с вами все-таки поближе, чтобы понять суть проблемы и тогда уже дать более конкретные рекомендации по ее решению. Но в действительности все кроется в том, как вы живете, как вы строите свои отношения и в каких связях находитесь с ближайшими родственниками, с друзьями и так далее. С
Целый этот ощущает ущерб при появлении ребенка, и конечно этот ущерб не может пройти незаметно в вашем восприятии. Вы можете чувствовать себя прислугой, вы можете чувствовать себя неживущей, существующей. В результате этого, чтобы хоть как-то дать себе понять, что вы что-то значите, вы начинаете причинять боль малышу, чтобы понять, что вот это мои действия, к этому привели, я существую. Ну, как вы понимаете, это вас говорит энергия, которая не реализуется должным естественным образом, не находит выхода и переключается на то, что ей ближе всего, доступнее всего, то есть на вашего ребенка. Соответственно, чтобы этого избежать, нужно искать способы для приложения энергии в другие сферы, дабы ее выпускать и не причинять ребенку необоснованный вред. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.